Всем доброго времени суток, ребят. Вот такие вот новости на сегодня. Не подумайте, это не жмурик там лежит, то есть не покойник. Это полинял австралиец, вот этот, что вы видите, да? Вот это он полинял. Вот. Второй вон сидит там, что полинял перед этим. Рачок полинял, все у него хорошо, все у него чудесно. Вот, все у них отлично. Так, такие новости. Так, этот полинял, анциструс сидит снова на икре. Вчера он еще выходил немножко, скажем так, кушать. Вы скалярочки, уйдите отсюда. Знаете, люди анциструсов хотят смотреть, а вы лезете в экран. Вот, самочки пока не заходили, по крайней мере, я не видел. Вот, белые здесь пасется. Серая там пасется, пока он там что-то один. Ну, может, да идите отсюда. Вот. Может, там что-то уже есть, но не думаю. Вот. Потом такая новость. Вот в этом аквариуме я смотрю еще один самец анциструса. Вот он. Видите, походу это, ребята, самец, не самка. Потому что мне принесли его как самочку, но это самец. Идем дальше. Так, здесь я водичку чуть намутил, но чуть подубирал на дне. Вот, малек он там в конце запрятался. Здесь вот, ну, короче, он везде прячется. Я поставил этот аэролифт. Так как вот эта вот китайская фигня уже просто не справлялась. Малечек чувствует себя хорошо. Есть лидеры, вот конкретные лидеры. Я еще пока не кормил. Сейчас чуть водичка. Вот, один вот падешь. Есть чуть-чуть падешь пошел. Ну, ничего страшного, малька много. Падешь — это нормально. Вот, так, здесь у скалярок все по-старому, у первокохромиса все по-старому, у этих. А вот, ребята, а здесь попадосы, видите, а вот тут я попал, вот малек. Ё-моё, вот это я попал опять. Видите, их сколько, туча. Ну вот зачем мне вот сколько этого первокохромиса, ну ё-моё. Это жесть. О, ну, стадо овец опять мне привели. Ну, я-то смотрю, что это самец такой яркий стал. А вон они пасутся. Малетечки, привели нам малетечков. Ну, мы этого, ребятки, ожидали. Вот они опять взяли и отнересились на мою голову. О, вот такие вот новости. Я не скажу, что это меня... Не, ну, естественно, радует, но... Конечно, радует, но... Лишний геморрой. Сейчас покормим. Ребята, кто не знает, как подымать малька первокохромиса, да? Вот именно даже в аквариуме. Да, родители сами, короче, скажем так, дают, да, питание мальку. Но подкармливать всегда надо. Вот смотрите, вот у меня шприц такой, трубка Артемия, да? Артемия отфильтрованная и, скажем так, вот... Шприц, конечно, уже такой жесткий, старый. Вот, как видите, я со шприца постепенно так выплевываю эту артемию. Вот. Малек сейчас будет прятаться в основном в домик. Так, и основную массу, вот, надо сейчас дать вот скалярке сюда. То есть приманить скалярку в другое место. Чтобы малек, видите, скалярка, она уже такая домашняя у нас. Вот. И вот смотрим, малечечки, вон начали. Желтопузики сейчас покушают они. Все у них будет чики-бом-бом. Все у них будет отлично. Ну только зачем же мне сколько этих малечков? Ну ничего, половина губит скалярка. Вот, так как я выбирать не буду его отсюда. Просто, ребят, реально мне, ну, некуда. Сейчас это отнерестилось. Не дай бог еще отнереститься вот та пара. Это вообще капец. Вот у меня еще первокохромис. У меня они везде. Вот, по ракам. Так, этот полинял, тот полинял. Один вот там на фильтре что-то опять отдыхал. Ну, все 4. 1, 2, 3, 4. Ну, бандюки. Водичка что-то... Ага, помпа забитая. Надо помпу, видите, он не капает. Салатик, он что-то рос, и что-то он затух. Сейчас помпу надо почистить, и эту здесь надо почистить.
Так, еще такая новость. Вот этот петух, я поменял вчера самочку, ребят. Вот. Видите, собирает икринки. Вот. Вот понес икринку. Икры немного, самочка первородочка. Сейчас вот так как-то попробую вам показать, да? Вот. Ну, в принципе, для первого отжатия самка, для первого нереста, скажем так, относительно нормально. Вот, в основном вся икра, я смотрю. Ну, вот он. Пенное гнездо слабое было. Сейчас, секунду. Эти блики. Блики. Сейчас попробую. Нет, надо убирать. Вот. Вот видно. Много. Сейчас я попробую с собой закрыть свет, чтобы убрать блик. Не, блик я не могу убрать. Не получается. Вот. Много икры вот на низу. Вот она падает. Он пытается ее приподнять. Вот. Но не получается. Ну, пока оставим, а там будет видно. Я не думаю, что эта икра, скажем так, оплодотворенная. Посмотрим. Для первого раза пусть он пока посидит пару дней. Вот, там будет видно. Сегодня-завтра пусть сидит. Может, завтра вечером его уберу. И посмотрим, что из этого выйдет. Ну вот, на все на сегодня. А еще такая новость. Вот пистия, смотрите, я переживал, что пистия у меня не разрастается. Да, пистия пошла. Я вот добавил вот эту еще лампу. Теплый желтый свет, и пистия пошла. Ряска, но все заросло. Сейчас здесь я чуть-чуть воды убрал. Вот. Сейчас долью воды в травник. Ну вот такие вот, ребята, новости на сегодня. Всем, кому нравится тема аквариумистики, подписывайтесь на каналчик, ставьте лайки. Вот. Смотрите видео. Ребята, просьба, если вы не смотрите видео, да, просто зашли, тыкнули в комментариях палец вверх и лайк, просто не заходите на канал и не ставьте пальцы. По той простой причине вы портите статистику. Вот. Зашли, поставили лайк, видео не просмотрели. Канал падает. То есть, просто, допустим, у меня нету времени, допустим, я вижу, вышло видео, но я к человеку захожу только в том случае, если у меня есть время посмотреть видео до конца. Если у меня нету времени, я просто не захожу, чтобы не портить статистику человеку, потому что все люди стараются как-то, понимаете? Вот, я не знаю, это просто непорядочно. Вот, я считаю, что это просто непорядочно, ребята, что... Кто делает так, пересмотрите свои убеждения, делайте выводы. Вот. Нету времени, просто не смотрите. Вот. Чтобы не портить человеку статистику. Вот и все. На сегодня вот такие вот новости. Сейчас буду дальше работать. Сделаю такое, скажем, самое основное. Там подменку. И пойду домой. Вот. Кто не видел Чебурашку, вон Чебурашка. Чебурашка. Сейчас ей тоже нужно водичку поменять. Вот, чаще всего меняется вода у этой Чебурашки. Из всех аквариумов, даже у малька меньше, реже меняется вода, чем у Чебурашки. Так как я помпу просто у нее убрал, вот, то воду приходится через день ей сливать и менять. Вот. Вот такие вот дела, ребят. Всем спасибо. Вот. И до завтра.